Никто не любит ноябрей, да это в общем и понятно. Всегда мы ждем, чтоб поскорей прошло все то, что неприятно, и взгляд от сумрака устал. Уже с утра почти стемнело, как телевизор черно-белый. Все за окошком в трех цветах. Но, может, именно сейчас к нам нужные приходят мысли, чтоб на вопросы отвечать, что раньше в воздухе повисли. И начинаешь понимать, что дорого, а что не очень, чего на самом деле хочешь, а там, глядишь, уже зима. И улетают наши дни, но без печального итога. Ведь были прожиты они не зря и с Богом, и для Бога. Никто не любит ноябрей, но не бывает дней ненужных. Так пусть же нам они послужат, чтоб стать лучше и мудрее.